Приветствую вас. Давайте сначала попробуем поговорить немножко про саму ситуацию в целом, да, то есть вот как получилось у вас, что получилось и так далее. А потом немножечко поговорим еще про то, собственно, что вас беспокоит, и про то, собственно, что вам можно, нужно, желательно сделать во всей этой ситуации. Значит, начать не хотелось бы с того, что сказать, что ситуация у вас сложилась, ну, достаточно неоднозначно. Дело в том, что девушка, ну, она, понимаете, вы, исходя из вашего текста, по сути, даже не объяснили ей того, почему вы, ну вот, вели себя именно так, как вели. Вы этого ей не объяснили. Она не знала, что у вас проблемы со здоровьем. Она не знала, что у вас есть там какие-то серьезные проблемы, связанные именно вот с вашим половым здоровьем. И вы в известность ее об этом не поставили. И, конечно, я понимаю, вы не хотели, чтобы она узнала, и, наверное, никто бы не хотел. В этом вы правы. Но постарайтесь понять и ее. Со стороны это выглядит, мягко говоря, странно. Со стороны это выглядит так, что вы просто с ней время провели, какое-то, вот сколько-то времени вы с ней провели, а значит, попользовались ей, поиграли с ней, и, собственно, после этого благополучно ее бросили. У вас сообщение идет, что, значит, в конце концов, вы нашли нормальную работу в другом городе и вылечили гонорею. Вот чем вы руководствовались, если видели, что девушка вроде бы к вам симпатизирует? Она вроде бы хочет быть с вами, она не понимает, почему вы ведете себя таким странным образом. И чем вы руководствовались, когда при таком подвешенном состоянии девушки выбрали переезд в другой город, то есть, по сути, бросили ее? Для меня непонятно. Но если вы действительно хотели быть с ней, если вы действительно ею дорожили, зачем вы уехали в другой город? Зачем вы бросили ее? Зачем вы, получается, обманули ее? Именно так это выглядит с ее стороны. Именно так это выглядит по ее восприятию. Вы поймите, я вас не обвиняю, мне как бы это не нужно. Просто непонятно, чем вы руководствовались. Непонятно, какие у вас были мотивы. Ну, можно было сказать, что я с тобой не сближаюсь, потому что у меня там проблемы со здоровьем. Можно было не распространяться на этот счет. Можно было не говорить, что именно. Можно было просто сказать, что у меня там проблемы по мужской части, например, и все. Уверен, девушка бы вас поняла бы. Просто потому, что это, ну, нормально. У каждого может быть такая проблема. Но вы почему-то этого не сказали. И непонятно, чем вы руководствовались. Непонятно. Дальше. Значит. Дальше вы пишете ей смс-ки. Кстати говоря, смс-ки какого плана вы ей пишете?
Вы что конкретно ей пишете? Вы здороваетесь с ней? Вы как-то объясняете ей свое поведение? Что вы делаете? Непонятно. Дело в том, я вам постараюсь кое-что объяснить. Дело в том, что вот когда вы говорите, да, что я стал ей писать. А что именно вы стали ей писать? Почему вы просто не объясните ей, вот в одном письме всю ситуацию, которая с вами произошла? Просто не возьмете и не расскажете ей, что и как с вами случилось. Ну, это объяснило бы, да, ей. Это объяснило бы ей ваше поведение. Это дало бы ей возможность понять, чем вызвано такое ваше поведение. Это дало бы ей возможность наконец-таки объяснить для себя, почему вы так себя странно вели с ее точки зрения. А пока вы ничего этого не сделали, судя по тому, что вы написали. И она по-прежнему не понимает, зачем вы, как бы, ее домогаетесь. Зачем вы постоянно напоминаете о себе? Для чего вы это делаете? Она этого не понимает. И до тех пор, пока она не понимает, понятно, что она не будет вам давать каких-то шансов. Там и она не понимает, зачем. Она боится, что вы опять будете ее использовать, понимаете? Она боится, что вы опять будете ее как-то... Опять вы с ней сблизитесь, опять вы отдадите ей на что-то надежду, а после просто бросите. Она ведь не понимает, что у вас проблемы были со здоровьем. Соответственно, вот этот момент, он непонятен. Он непонятен. Чем вы руководствовались при выборе своего поведения? Почему вы не можете объяснить девушке, что именно с вами случилось? Что мешает это сделать? Ну, не очень понятно. Теперь дальше. По поводу того, что вы сейчас описываете, да, то есть вы пишете, что вам очень тяжело, что вы страдаете, что вам плохо и что вы не знаете, не можете найти себе места, вы грустите, вы там худеете, теряете вес из-за того, что не можете забыть эту девочку. Вот по описанию очень похоже на то, что у вас есть зависимость от нее. И эта зависимость, она на самом деле достаточно, ну, явная у вас. То есть любовная зависимость от человека. Вы вкладываете в нее какое-то для себя значение. Это такой более уже глубокий уровень разбора вашей проблемы, но тем не менее важный. Видите ли, вы когда с ней встречались, вы, ну, позволили себе от нее уехать. Значит, тогда она для вас имела одно значение, а сейчас она имеет для вас совсем какое-то другое значение. Какое именно значение она для вас имеет, я, конечно, пока не понимаю, потому что, ну, не ясно, какое значение она для вас имеет. Но разобраться с этим, вообще говоря, нужно. Потому что, ну, если вы хотите вести себя по отношению к ней нормально, адекватно, то вам нужно обязательно разобраться в себе для начала. А разобраться в себе можно только если вы поймете, почему же она для вас так важна.
Вот вы уже и другой девушкой были, и все, и тем не менее, все равно они думают, значит, какое-то значение сильное она для вас имеет. И это значение, к сожалению, связано не только любовью к ней. Это значение связано с чем-то, что вы хотите получить вы. То есть о любви здесь, как о чем-то, что направлено исключительно на человека, речи здесь не идет. И вот это вот нужно отделить. Одно нужно отделить от другого, чтобы вам было самому хотя бы проще разобраться в себе. И чтобы можно было удовлетворить твои желания, которые не связаны с любовью, да, чтобы можно было это сделать и тем самым снизить уровень зависимости, ваш уровень зависимости от девушки. Вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. По крайней мере, на ваш вопрос в общем. Теперь дальше. Значит, как заставить девушку, начав хотя бы встретиться, или хотя бы, чтобы она стала отвечать на смс-ки? Видите ли, если тут все не так просто. Дело в том, что если девушка составила о вас определенное мнение, а мнение, как я понял, у нее есть, то изменить его, это самое мнение, вообще говоря, будет довольно сложно. Я вам это говорю специально, чтобы вы не питали каких-то вот таких ложных надежд. И, соответственно, для того, чтобы девушка начала с вами разговаривать, хотя ей не начала вообще понять, почему вы так поступили. Поэтому вам необходимо найти средства для того, чтобы донести до нее эту мысль. Напишите ей смс большую. Или там позвоните ей еще раз и скажите, например, что вы хотите все объяснить. Почему вы так поступили? То есть начинаете прям правильно говорить сходу, привет, не бросай трубку, я хочу рассказать тебе, там, почему я там, от тебя, там, почему так получилось, например, и так далее. То есть вам нужно донести до нее то, почему получилось так, как получилось. Понимаете, если вы вот этого не сделаете, если вы не сможете этого сделать, если у вас не получится по телефону, то для вас единственный возможность только ее встретить. И да, я понимаю, что встретить шансов очень мало, но и вы поймите, что как бы другой возможности у вас просто-напросто не будет. То есть не может быть другой возможности здесь. Логично, что она бросает трубку, логично, что она не дает вам вообще ничего сказать, потому что у нее обида, скорее всего, на вас. Может быть, даже и не обида, может быть, она просто посчитала вас несерьезным человеком. И чтобы вам вновь вернуть вот это вот ее восприятие вас как серьезного мужчину, как мужчину, которому можно доверять. Ну, вам нужно для этого совершить усилия. И усилия это направлено в первую очередь на то, чтобы вот как раз дать ей, точнее, то, что нужно. Сначала объяснить ей, вообще говоря, причину своего поведения такого. И, понимаете, нужно, ну, желательно, по крайней мере, быть готовым к тому, что она может, просто говоря, вас оттолкнуть. То есть, если у нее изначально и были к вам какие-то, например, там, чувства, да, и так далее,
то сейчас вполне возможно ничего этого у нее же к вам нет. И вам желательно быть готовым к тому, что она просто-напросто вас уже не примет, она просто-напросто к вам уже охладела, вы ей не нужны. И вот чтобы было проще, чтобы было легче это принять, я вам и говорил, вот именно с этой целью, я вам и говорил о том, чтобы вы проработали свою зависимость от нее. Чтобы вы не были настолько зависимы от нее, как сейчас. Потому что сейчас ваша зависимость, она, ну, прямо проглядывается вот невооруженным взглядом. И, конечно, как и любая зависимость, она вам, ну, вредит. Она не может вам не вредить, к сожалению. Потому что, ну, объективно, понятно, да, что вы хотите, ну, вы хотите быть с ней, но при этом вы игнорируете тот факт, что вы уже просто-напросто унижаетесь, когда звоните ей, вы уже просто-напросто ведете себя как бы, ну, смешно. Для нее, по крайней мере, смешно вы ведете себя. И об этом вряд ли она будет вас как-то еще больше уважать. Вот. Поэтому попробуйте подумать, обдумать все вот эти вот моменты. И, собственно, если вы захотите работать именно аспект зависимости, то я думаю, вам нужно будет выбрать эксперта на нашем ресурсе и поработать с ним в этом направлении, дабы разобрать в себе вот этот аспект. Как так получилось, что вы, ну, например, поехали по всей России в поиске работы? Как получилось, что, имея в своем близком пространстве девушку, вы ее бросили и уехали в другой город? Чего вам не хватает, значит, в лице этой девушки? То есть, что вы потеряли? Потому что, вот, судя по тому, что вам плохо без нее, да, это личная зависимость от нее. Значит, вы что-то потеряли. А вот то, что вы потеряли, нужно разбирать. Разбирать нужно с вами. И вам нужно понять, что вы потеряли. Потому что пока вот этого понимания у вас не будет, пока у вас не будет этого понимания того, что именно вы потеряли и в чем вы нуждаетесь, не будет понимания того, как это удовлетворить, как это получить. А значит, всегда будут некие такие проблемы, связанные с позиционированием, связанные с позиционированием себя по отношению к девушкам. А девушкам ситуация такова, что девушкам нужны мужчины, которые, ну, в общем-то, от них не зависят. То есть девушкам нужны те молодые люди, которые не будут от них зависеть, которые будут вызывать только лишь у них чувство восхищения. И если вы можете стать таким, а пока вы восхищение у своей девушки не вызываете, то, соответственно, пока вы не сможете стать таким, то откуда взяться успеху ваших отношений. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.